Когда общество создавалось, научно-просветительская деятельность была одним из главных направлений нашего общества. Наука, паломничество и помощь православным. Почти полтора века назад Императорское православное палестинское общество установило для себя три главных вектора работы. С тех пор старейшая российская организация неизменно их развивает. К 140-летию общества организовали большую международную научно-практическую конференцию. Для нас было важно показать, с одной стороны, традиции общества, а с другой стороны, да, отметить будущее направление, потому что 140 лет непрерывной работы, понятно, что общество находилось внутри страны и, соответственно, трансформировалась вместе со своей страной. Организация активно занимается благотворительностью. Поддержка православных на Ближнем Востоке – одно из основных направлений его деятельности. В зале культурно-спортивного досугового центра «Ершовская» для гостей конференции представили выставку картин «Русь святая» и фрагменты экспозиции Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества. «Милосердие в истории» и посвящена как раз деятельности великой княгини Елизаветы Федоровны и великого князя Сергея Александровича, потому что они много времени уделяли благотворительности в своей жизни, в истории императорского дома Романов, и были они первыми председателями ЭППО. В завершение празднования 140-летия Императорского православного палестинского общества торжественно вручили членские билеты и отличительные знаки новым участникам. Кроме того, партнеров организации наградили памятными статуэтками. Эмилия Аркелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».